Друзья мои, всем привет, с вами Некит, это Центральный округ, друзья, но это не мой аккаунт, сразу говорю максимально быстро. Друзья, сегодня, в общем-то, увидел такой момент, когда подходит пацаненок, ребят, к чувачку и просит денег, а он говорит, типа, иди ты нахер, блядь, иди работай там туда-сюда. И, друзья, у меня пришла мысль попробовать записать ролик в таком плане, чтобы вот, помогут ли вообще новичку, да? Я специально зарегистрировался на Центральном округе, друзья, у меня... Мой аккаунт, основной на Центральном округе, разблокируют через 20 часов, друзья, это будет завтра. Так что, друзья, завтра будет уже видосики на Центральном, не переживайте, все будет отлично. А пока что, друзья, я создал на Центральном новый аккаунт, мне уже дали 230 тысяч, я офигел. Поэтому, друзья, решил проверить. Вот сколько мне дадут за 10-минутный ролик, вот сколько мне дадут денег. Я просто буду подходить, друзья, ко всем на Центральном рынке, друзья, и просто подходить, просто просить бабла и все. Вот чисто из интереса. Давайте попробуем, друзья, вот сюда пройти. Кирилл, привет. И, друзья, вставляем то самое, друзья, то, что я хотел. Можешь бабок, пожалуйста, наскинуть, сколько не жалко, а то только зарегался, друзья. Посмотрим. У меня мало. Ладно, извини. Не, работать не мое. Работать не хочу. Так, мне просто интересно, друзья, смогут ли нам просто накидать... Так, Макс. Привет. Можешь, пожалуйста, накинуть бабла, сколько не жалко, а то только зарегался. Сейчас посмотрим, друзья. Мне просто интересно настолько... Ух ты. Спасибо тебе большое, добрый чел. Отлично, друзья, первый полтинник есть, первый полтос есть, друзья, это всегда прекрасно, замечательно и хорошо. Так, император мне вот это накидывал, поэтому император Донбасса, тебе огромнейший привет, спасибо тебе большое. Так. Есть ФСБ-тройка. ФСБ-3. Макс, привет. Так. Ну, если бы я тебя знал, конечно. Не ту кинул? В смысле, ты о чем? Ну, естественно, друзья. Вот и вы видите, друзья. Шиммер, привет. Естественно, нет денег. Естественно, нет денег 100% по-любому. Давайте посмотрим, друзья, мне просто интересно. Можешь, пожалуйста, накинуть денег, сколько не жалко, а то только зарегистрировался. И он, наверное, тоже просто убегает, да? Друзья, неужели все такие реально вообще... Андрей! Привет! Можешь, пожалуйста, Том? Кирилл? Ну, хоть кто-нибудь? Пожалуйста! Да, друзья, теперь вы понимаете и видите прекрасно, какие добрые люди на родине, друзья. Ну, я понимаю, да, это доброта, это не деньги, это ничего такого, друзья, это просто обычные действия добрые, которые идут на пользу, так скажем, обществу, да, друзья. Ну, блин, интересно же проверить, сколько денег мне дадут. Вот просто интересно, хотя бы было бы сейчас 4 сотки на руках, было бы вообще шикарно. Итак, ладно, попробуем дальше, друзья, посмотрим, как будет. А ты, пожалуйста, влепи лайк, и все будет просто замечательно. Тимур! Ой, ребята, посмотрите, вообще, это капец. Мне интересно, а я ему писал, по-моему, да, или нет, друзья? Мне просто интересно, я ей писал или нет. Блин, друзья, ну а как? Где? Ну, типа, понял? У меня, в принципе, даже нет денег ни на что абсолютно. Мне просто нечего тут делать. Я не знаю, друзья, ну посмотрите, какие недобрые люди. Просто недобрые люди. Клойд. Привет. Можешь, пожалуйста, накинуть бабок, если тебе не жалко? Накиньте, пожалуйста, денег. Пожалуйста. Клой, накинь денег, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Неужели все такие недобрые люди, а, на родине? Ну, почему? Теперь вы, друзья, понимаете, что вообще происходит. Артём. Найдите мне скин Петрой. Артём, привет. Можешь бабок понакинуть, сколько не жалко, а то только зарегистрировался, пожалуйста. Кто-нибудь. Только не пиши, что у тебя нету. Пожалуйста, пожалуйста. Ой. Спасибо тебе большое. Увидишь себя в видео. Это похвально. Это здорово, друзья. Вот так вот, посмотрите, он мне помог, у меня уже 300 тысяч, друзья. Понимаете, да, на руках, что происходит? Это очень здорово. Так, он пошел смотреть мой канал. Да, друзья, ну вы теперь понимаете, что мало добрых людей на родине. Становитесь добрее, ребят, все будет замечательно, если вы правда будете добрыми. Ну что, ребят, я, наверное, на этом буду ролик заканчивать. Вот, правда, становитесь добрее. Чем больше добра вы делаете, тем будет лучше, друзья. Добро всегда возвращается. У меня есть некоторые примеры, когда, помните, я
делал добро, друзья, давал всем деньги раздавал, а потом раз, мне прилетает обратку, блин, машина там за 20 лямов, там что-то наподобие того, друзья. То есть это всегда очень здорово. И никогда не делайте добро, друзья, в том плане, чтобы я сделал и буду сидеть ждать, пока мне что-то прилетит там в ответ. Нет. То есть, друзья, вы сделали добро и просто так же играйте. Забудьте, что вы что-то сделали. Просто вы должны... Игрок тот, которому вы сделали добро, он должен помнить, друзья. Вы можете просто забыть про это. Просто забудьте и все. И все будет замечательно. Если надо будет, друзья, он обязательно вас отблагодарит. Добро всегда возвращается. Это 100%. Это всегда. Но у меня на руках, друзья, 300 тысяч уже. Если этот ролик соберет хорошее количество, друзья, просмотров и лайков, я буду записывать и на этом аккаунте, друзья, полностью развиваться с нуля, друзья. Будет очень здорово. Поэтому, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал Центральный Округ. С вами был Некит. И до скорого. Увидимся.